Привет, вы на канале Римчик. Сегодня я вам хочу показать, как добавить раздел рекомендованных вами каналов. Например, подпишитесь на них, например, ваших друзей, или у вас есть еще каналы, можете добавить. Ну, вы не знаете, как добавить. Нажимаем «Настроить вид канала». И здесь есть кнопка «Добавить раздел». Выбираем кнопку, не кнопку, а раздел «Избранные каналы». И называем, например, «Подпишитесь на них». И можете ввести название каналов или, чтобы побыстрее найти, нажимаем... Копируем ссылку канала. Это легко делается. Нажимаем вот так и копировать. Нажимаем на него, чтобы была галочка. И тут появляется лобзик. А ну-ка добавим комы моего друга. Сейчас вспомню, как его никнейм. Вроде его никнейм Алекс... Где там? Английский уже был. Али... Так, не маленькими большими. Али... С... С 404. А ну-ка. Так, вот он. У него 19 подписчиков уже. Ничего себе. Вот здесь вот какие хотите, чтобы был первый канал, можете поперемещать. Я хочу, чтобы был первый канал моего лучшего друга. Перемещайся. Нажимаем ОК. И вот для того, чтобы появилось, нажимаем кнопку «Опубликовать». Засекаем время. Засекаем. И после того, как прошло время, например, 2 минуты или 5 минут, заходим на свой канал, и вот. Или если вы долго ждете на своем канале, так не надо делать, а то вы будете все нервничать и нервничать. Поэтому не надо нервничать, просто подождите несколько минут. Вот. Вот здесь вот я переместил на самый низ, вот. Алекс... Алекс с 404. Вот, подпишитесь на них. Я зарекомендовал их каналы. Здесь тоже они могут появиться. Вот, даже здесь появилось. Здесь есть... Ладно. Ну, а на этом уже конец видео. Видео подходит к концу. Всем спасибо тем, кто посмотрел видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Слушайте мою музыку. И обязательно после того, как подписались, поставьте колокол. Ну а с вами был Римчик, и всем пока!